Всем привет, ребят! Ну что, как и многие просили из вас, покажу вам ледяного феникса на волнах, что он может, какие волны он может пройти, какие он не может пройти. Начнем мы не с волны А, а с волны S. Ну, я так, волну R, думаю, многие прошли уже. С волны S начнем. То есть, как видите, он боится только Атланта, когда он не в скилле, когда он в скилле, ему никакой отражалки нет. Ему нужна всегда энергия, то есть заряд в таком случае, если вы берете его на волны, это либо Афина, чтобы с воодушевлением заряжала, либо воодушка рунами, ее в принципе будет ему хватать. То есть он будет у вас всегда заряжен, можно там, ну, кто с чем хочет качать, ну реально у меня вот этот с ремкой. Этого вполне хватает, чтобы, как видите, проходить волны соло. То есть он героев замораживает. Сейчас дракон подойдет поближе. То есть он для волн вообще идеальный вариант. Особенно если будет пачка героя. Ну, как видите, волну S без проблем он проходит. Так, поехали, следующая волна Т. Ну, то есть он раз включается, ему урона хватает, он все сносит. Без проблем. Он даже к себе не подпускает. Да, и урон, в принципе, у него приличный. Волна-то пройдена. Поехали дальше. Волна АА. Просто налегке. Демон сейчас может подбежать только когда у него закончится скилл. Интересно, хватит времени или нет? Ну, по идее, должно хватить. Мы проходили уже это. Возможно, не хватит даже времени. Что-то урона маловато. Ну, то есть, по сути, ставите еще одного какого-то героя и проходите. Так, хорошо, волна АБ. Поехали дальше. Смотрим на его предел. Это бегает один герой, у вас есть там 4, 5, 6 таблеток, у кого сколько. Конечно, не все смогут его прокачать на максимум. Но интересно, сейчас бы Атлант, конечно, включился. Было бы интересно на это посмотреть. Вот отлично. Вот смотрите, видите, он включился. Только первые удары на Атланте он себя начал сливать. А дальше без проблем Атлантика слил.
Да, зона, конечно, у него отличная. Так, волна, да, ну что, то же самое будет. Не будет успевать. Или все-таки успеет. Ну, это последние демоны, я не знаю. Даже демоны его слил. Но будем считать, что остался один демон. Поехали, волна отца. Это при том, что у меня здание не максимальной прокачки, расстановки нет, все равно он нормально сносит. Жесть, конечно. Мало таких героев, которые будут так тащить. Ну, сейчас его тоже демон может слить с плюшки. Ну, тут ставите отхил, ставите еще каких-то героев. Дополнительные. Без проблем это все тащите в одно рыло практически. Ну, то есть он один тут все убивает. Ограничения неплохо. Треть урона практически режет. Ну, видите, не успели просто добить. Надо ему все-таки доспех ставить. С доспехом он убивает. Так, отца, считайте, прошли дальше. Волна АД. Смотрите, АД4. Просто жесть. Что могу вам сказать? Для бездоната это реально самый офигенный подарок под Новый год. Выбить такого героя, прокачать его и проходить там локации. Те же самые подземки, даже он там будет тоже тащить. Причем нормально будет разбивать все вокруг. Ну, вот видите, опять то же самое. Чуть-чуть не хватило. Ну, это такое, главное. А, это у нас АД4 было. Ну, ладно, еще разок. Просто таблетка мне подпускает. Да, все-таки ему нужно доспех ставить. Когда к нему герои подбегают, видите, с плюшки ложат. Ну-ка попробуем пиковку поставить сюда. Посмотрим такой вариант. Может, так будет быстрее и получше. Тут, конечно, тыковка лучше с воодушевлением, но мы чисто ради последних этих боссов
Я надеюсь, конечно, на тыковку не загрятся они. Вот, отлично. Вот, посмотрите, с такой как пошло дело. Ну, тут демон с отражалкой. Надо разброс брать. В общем, ладно. Поехали дальше. Волна АЕ. В зависимости еще от того, какие демоны у нас будут. Сама суть, что он дает возможность проходить с такими зданиями, в принципе, без расстановки волны. Вот опять у нас тыковку слили. Сейчас опять его, походу, демон затащит. Да, наверное, мы и не успеем демона убить. Самый, скажем так, большой плюс то, что если он включается, то все вокруг замораживаются, и очень маленький шанс того, что ваших героев посливают. Так, ну давай, 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 подходи сюда. Просто жесть. Пролетаем. Сейчас, наверное, опять у нас сольют тыкву. Да, к сожалению, опять ее слили. Но не получается, как видите, зайти удачно. Попробуем. Тут еще надо, чтобы просто удачно зашли. Плюс можно ворожея взять там у других героев, но мы стараемся так по минимуму просто посмотреть, насколько он будет тащить и убивать в таком варианте ремкой. Вот отлично. Именно так, как я хотел, они загрелись. Самое главное, чтобы не через стыку опять побежали все. Ну-ну-ну-ну, дракона сюда. Вот, отлично. Подошел без проблем. АЕ затащили. Поехали, АФ. Видели, да? И вот такое бывает. Сейчас будет тыква АФ волну тащить. Тут уже дальше блокирует. Не знаю, сейчас попробуем. Ну, в принципе, все зависит, конечно, от питомца и удачи. Но, думаю, шансы, конечно, есть. Но очень маленькие. Видите, его на молчатку кидает. То до волны АФ в любом случае можно им дойти без проблем. Да, я думаю, и дальше тоже им можно трешевать, но для этого надо, конечно,
выставлять базу героев. Вот видите, его просто слили. Вот так вот. То есть такой вот герой показал вам на волнах. Действительно, он хороший. Если у вас будут там все стоять герои, там разные прокачки, и можно свободно тащить. Поэтому еще одно доказательство того, что бездонатный герой очень-очень хороший. Все, пишите комменты, подписывайтесь. Всем удачи, всем пока.